Всем привет, с вами Полли. Сегодня я вам расскажу еще об одном конкурсе для художников. Это конкурс платный. Если платные конкурсы вам не интересны, можете дальше не слушать. Если тема конкурса для художников вообще вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал Полли. И ссылочку на информацию о конкурсе я оставлю в описании. Это конкурс акварелистов. Это одна из старейших художественных премий Великобритании, которой более 200 лет. Конкурс до 13 января. Нужно отправить свою работу. И принимают работы акварелью, тушью, гуашью на бумаге и бумажной основе. Стоимость 20 фунтов стерлингов за работу. Но если вам меньше 36 лет, то 14 фунтов стерлингов. И участники должны быть от 18 лет и старше. Значит, призы будут такие. Премия как-то Windsor and Newton. Продукт 1000 фунтов стерлингов. Для художников от 18 до 30 лет приз еще будет дополнительный 1000 фунтов стерлингов. Также будет какая-то награда 750 фунтов стерлингов. Два приза по 250 фунтов стерлингов. Также будет приз 250 фунтов стерлингов за самое инновационное использование цвета. И премия 250 фунтов стерлингов за лучшую акварель в классическом стиле. Так что будет много разных премий, много разных призов. Вы можете поучаствовать и, возможно, даже что-то выиграть. Заявите себе. Это довольно престижная премия в Великобритании. И, конечно, тот, кто выигрывает в таком конкурсе, он получает какой-то, я так думаю, сертификат. И, по крайней мере, он может в своем портфолио указывать, что вот он победитель такого замечательного конкурса. Но, конечно, победить в таком конкурсе очень-очень сложно, я могу сказать. И я думаю, что, несмотря даже на платный вход, желающих будет предостаточно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, рисуете ли вы акварели, будете ли вы участвовать в этом конкурсе. Может, вы уже участвовали в каких-то конкурсах для акварелистов, может быть, даже что-то выигрывали. Делитесь информацией. Благодарю всех за просмотр. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!